Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечается Международный день врача, считающийся днем солидарности активных действий врачей всего мира. Ведь главная цель врача любой национальности – это улучшение и сохранение здоровья пациентов. Ежегодно в первый понедельник октября отмечается Международный день врача. Это праздник людей, выбравших самую гуманную профессию в мире, чье значение сложно переоценить. Ведь медицинские работники ежедневно спасают человеческие жизни и лечат всевозможные заболевания и недуги. В профессию я пришел, когда заканчивал школу, ну и решил, что моя судьба – быть врачом. И решила нас в классе, в 10-м, мы тогда 10 классов было образование, нас 5 человек поступало, из 5 поступили 4, и я в 80-м году закончил медицинский институт хабаровский, приехал в Амурск по распределению, и с тех пор работаю уже более 40 лет. Поэтому я желаю тем школьникам, которые учатся в старших классах, и кто выбирает профессию врача, я желаю им настойчивости, упорства в достижении цели. Очень трудная профессия, нелегко учиться, но получив диплом врача, вы получите очень интересную работу и перспективы хорошие на жизнь. Безусловно, герои нашего времени – медики. Врач – это очень сложная и ответственная работа, ведь в его руках человеческие жизни – самое ценное, что есть в мире. Благодаря самоотверженности и профессионализму наших врачей, врачей города Амурска, работа в больнице ведется круглосуточно. Нагрузка сейчас очень большая, в связи с неукомплектованностью врачи некоторые работают за троих. Нагрузка превышает 300-400 часов в месяц. Врачи работают на износ, но благодаря их самоотверженности, благодаря их ответственности, ни одно отделение не закрыто, и мы продолжаем работу. Надеемся, что мы справимся с этой трудной ситуацией, и впоследствии больница будет только процветать. Профессия врача является одной из самых древних, и сегодня медицинские работники днем и ночью сражаются за наши жизни и здоровье. Коллегам желаю успехов и здоровья, терпения. Мы надеемся, что, выдержав все испытания, и нашим дружным коллективом врачебным преодолеем все препятствия. Всем здоровья и успехов. Труд врача достоин почтения и большого уважения. Хотелось бы пожелать нашим медикам оптимизма и здоровья в их непростом деле. Анастасия Козырева, Игорь Демьяненко, телеканал «Амурск».